В России выросли продажи легковых машин. Согласно данным агентства «Автостат», с января по октябрь было реализовано 829 тысяч единиц. Это на 60 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Например, в октябре был зафиксирован рост в 2,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив объем в 112 тысяч машин. Больше всего жители страны покупали продукцию Волжского автомобильного завода, почти 30 с лишним процентов. В первую очередь разбираются такие модели, как «Лада Гранта» и «Лада Веста». Следом по популярности идут китайские бренды «Хавал», «Черри», «Джили», «Чанган», «Амода» и «Икси». Причем продажи «Чанган» выросли в 29 раз. Правда, во многом из-за эффекта низкой базы.